Поджоги хозяйственных построек на поле, расположенном напротив поселка Литвинова, в мае этого года вызвали негодование местных жителей. Едкий дым проникал прямо в квартиры, и люди обратились за помощью к временно исполняющему полномочия главы округа Андрею Булгакову. Руководитель муниципалитета распорядился организовать вокруг поля ночные дежурства патрулей, чтобы иметь возможность оперативно задержать поджигателей. Также он поручил найти арендатора земельного участка, чтобы тот навел на своей территории порядок. На этой неделе временно исполняющий полномочия главы округа снова приехал в Литвиново, чтобы пообщаться с жителями и проверить результаты проделанной работы. Скажите, как в целом жители увидели, что да, работа была? Да, на самом деле. Причем она такая, как бы комплексная, совместная, да, и патрулирование, и УВД. Мы приходили сюда, МЧС, смотрели, наблюдали, все, да, все было оперативно. Ну, сами видите, да, воздух чище просто. Чище стал не только воздух, но и территория. На данный момент площадка уже выровнена. Арендатор земли доложил Андрею Булгакову о дальнейших планах по благоустройству территории. Производство работ началось, то есть здесь въездная группа. Значит, точки мы все выставили, отбили. На нашей территории никакого мусора нет. То есть у нас даже буферная зона где-то метров 20-30, но еще от границы участка. Чуть-чуть, немножечко там ровненько сделали само это. То есть все отбито. Сейчас, ну, погода даст, мы начнем возводить забор, строить въездную группу. Жители выразили Андрею Булгакову благодарность за помощь в решении вопроса. Через день, каждый день администрация в уши лила, обещала и клялась, и божилась. И ровным счетом не сделал ничего. Вы приехали и сделали. Это факт. Через два дня наша съемочная группа проверила, как идут работы на Литвиновском поле. Арендатор держит слово. Уже закуплен забор, идет поэтапная доставка металлоконструкций. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.